Я обратил внимание, Сераф, у тебя в деке очень мало, вот ты танками играешь, очень Нет, мало. То есть нет. топовые они танки, но их мало. Я в основном через танки играю. В смысле, так их больше там нету, я брат, Есть, но я их бы еще нету. колеса добавил бы. А там есть одни колеса, они же слабенькие. Одни, а там еще вторые, а вторые это так чисто для мяса. Все. Не-не-не, одни в смысле одна карточка. В Они же смысле, там ни о пошел чем, с там. первого выстрела выносятся. Какая Если пошло, разница, то это там три на мясо. колесных танков. То есть, если уж брать нигеров, то ради ПВО, ради артиллерии, ради пехоты. Танки это так, если надо будет поставить куда-нибудь уголочек. А так это вон американцы, немцы, нидерландцы. Неандертальцы? Да. С другой Ну стороны, а зачем тебе танки, когда у тебя есть африканцы? да, то есть это другие Мне нравятся нации. африканские танки. Другие нации должны как бы обеспечивать танковый прорыв, Не, не в смысле, Африка. ты можешь просто без них обходиться. У тебя все есть. Там плюс-минус. Давайте точки расставьте. Что-то катки быстро начинаются, не успеваешь деку собрать. Это что Ничего, это? ничего, вот Да, это у нас расслабься. в говно, как всегда, уйдет ДК. ДК игра. Какого? О, ты что, ты прям в лес поедешь или в город, Сераф? Я полечу ЦВшкой прямо в лес. А я вот сюда буду. Попробуем. Я куплю вертолетов и буду таковым. А я поеду на Браво и отсеку Дельту и Индию. Под самый корень. А на их кто-нибудь... А, вон, понятно. Сколько? Ну я-то нихуя не буду делать, вы уже все разобрали. По центру карты Сераф, ну между... я тогда на Индию пойду. Ты пойдешь, ты будешь поддерживать там, нет? Нет, Я сказал, нет, я я только буду ЦВшку справа. поставлю туда. Я же Ну я сказал. на Индию пойду. Справа Только у меня это ЦВшку. говно. Хорошо, ты дашь персональное оружие для Юрий, ты офицеров налево ЦВшки? пойдешь. Да никто Пойду. туда не пойдет налево, только ты. Я не очень понимаю, где моя ЦВшка. Я не вижу, А я где не ты ее чувствую оставил в свою последний раз? целочку. Я ее не видел. Ты думаешь, что твой дапчик в одиночку вынесет всех вертолетов красных? Я надеюсь, там никого не будет. Это очень такие надежды. Ты к ним на базу еще прилети и понадейся. Я пару раз там высаживался. Из скольки? Каков Не знаю, процент? короче, что за Не безумец будет знаю. туда вертолетами Нет, высаживаться. все, не буду я там саживаться. Внезапно танки. Разберешь. Вот здесь вот ЦВшечка Ну высаживается. так-то. А, там, слушай, там бук катится. Тут бук. Уебук. Он уже А? сводится по кому-то. По ЦВшке на эхо отрабатываю. Лучшие антивертолетные вертолеты в игре. Просто не смог сбить один вертолет. И тошки безрадарные слева аккуратнее. Рандом, держись. Гандон? Держись, Гандон, мы с тобой. Скопику с ЦВшку высаживай. Чингис, в атаку, Чингис! Можешь Какое верь себе. отступление? Чингис, не отступай! До последнего. Ну, вот только ее спрятать надо посреди поля. Так себе идея с ЦВшкой. Они все равно бортом едут. Чингис, давай врываемся, ебем. Всех еби, всех еби. 27М упал. Райкаты ябут. 25-ки врываются в мои райкаты. Первый сгорел, второй сгорел. Обожаю. На центре карта. Справа вообще у нас дырень. Просто залп, интересно, заберу у М-ку. Ну, ну же, убейте. Убейте 4 хп. Убейте нахуй. Нахуй похуй.
Лево, нужна поддержка, господа. Нужно закрепиться в городе на Дельте. Че-че? Какой, где? Справа. С правого берега, я не знаю, как тебе сказать. А где ты играешь? Разве не здесь играешь? Во! Все, все, убрал, просто не видел. Не буду я там его отозвал высадку. Там в городе ПВО. Ох! Чингис, ну как тебе? Мне надо было сохранить машинки. Да нахуй их сохранить, так весело. Столько людей отогнали просто от высадки. Если бы еще нас кто-нибудь поддержал. А, ну все, раздача пехоты придет, все, все хорошо. Ни хрена, 8 ракет и все мимо, да вы че? Это, как бы в этой атаке враги потеряли 3 самолета по 500 очков. Ой, по 200 очков, это 600 очков только за самолеты, которые сбил я. Плюс еще кто-то сбивал самолеты. Там вообще такая дичь была. Зеничек в меня с автомата стрелял в моей машинке и заклинил ей орудие. Суки, блядь. Нахуй. Опытная элита. Выключил. Поехал налево. Джоун, дай мне вот этот домик, мои круче. Гимми, гимми. Ача, ача. Ача, дай лучше вот этот домик. Че, я робот побью, отдам тебе. А, все, давай. Алекс, ЦВшку пою за свою. Где, где, где? На базе. Ты же должен знать, где у тебя ЦВшка. Разгрузите? Ну как-то ей воспользуюсь, я не знаю, на свое усмотрение. Отгрузил. Сделай это слишком приятно своей команде. Ну, а то у нас слева там сектор пустой. Давай опять поменяемся, я стингером хочу Ми-24 сбивать. Ну давай, ты прыгнешь, я прыгну. Прыгай к стингерам, а я на твоем... Не-не, вот ты прыгни стингерами, я прыгну. У вас какие-то там свои игры. Так, уже мишки улетели, ну... Очень обидно, что 15-й фугас, а не 20-й у африканских этих управляемых хреновин. Серов, останови, пожалуйста, свой Авенджер. Нет. Остановил. Ну, ты чуть-чуть поздновато сделал. Но ты раз попал. Да. Молодец. Я сейчас... Тебе есть чем гордиться. Да. Моя мама не зря меня родила. Отдай обратно мне домик, раздача. Че там у вас? С какого хрена-то вы туда летите?
Жители новостройки. Дай мне домик. Дай мне домик. А дай мне заново теперь. Это тоже, по-моему, даже не смешно. Да нет, там машинки поехали, какой отдай? Мишки, блядь, смотри, насилуют нашу пехоту, блядь. Мишки насилуют пехоту, да, я хочу посмотреть. Чё, на пикник едем, серьезно? Все, отогнал Мишек, садись. На гольфе поатаковать стрелатом. Кто с кем забился? Что за стрела? Ну, этот... ПВОшка. Стоит, не двигается. Ничего себе. Да, вот здесь разведка. Да что ж такое-то, опять не попал. Что за проклятие? Ба, кшем. Нет, не кшем. Ми-35, не улетай, пожалуйста. Я буду делать в тебя трррррр своими трещотками. Если Серов не убьет тебя раньше. Ой, смоки потерял, блин. Нихера не попал, ну чудесный вертолет. Ты же его разберешь, правда? Правда? Конечно. Парило. Зачем брать города? Поехали в тылы.
Ребята даже не догадываются, что к ним на базу сейчас приедет толпа. Да не, видит, видит. Вон же, видишь, они... Не, артиллерия стреляет просто так. Ну, это... Куда-то туда. Кто-то один не видит, остальные вполне догадываются. Крутой-то сыпет. Сейчас у тебя сюрприз, я смотрю, да, там 5 секунд. Для них. На нахуй. Что значит не умер? Как умер, только наоборот. Артиллерия, срочно огонь бы сюда вот ларом. Срочно по этому лесу ларом не гоните. Запрашиваю ебануть. А вот она КШМ-ка. Есть у кого чем? А, Фриман ведь вышел. Мы без артиллерии остались. Упс. Путин в небе направо. Сераф. Где? Двинь пионеров. Куда? Справа, справа, вот здесь. Куда? Да куда-нибудь. Мне сейчас сарфы засунут. Чингис, дай им домик моим стингером. Какой-нибудь.
Макуло. А если его? Что это было? У кого-то кукуха поехала. Возможно. Судя потому, что с места скопикус у него... Просто она не встала на место. Уже давно поехала. Тот механизм, который такие звуки издавал, уже закончился. Апгрейд, наверное, произошел кукухи. Обнову прилетел на кукуху. Да-да. Именно. Именно так. О, вертарашек небольшой из говна слива. Ну это так, птуры. Ой, птуры эти, нары. Почему люди используют Ми-4? Я вот не понимаю. Ну когда вертолеты совсем кончаются, наверное, вот их и используют. У меня в деке нету места для такого говна. Как у них в деке место для такого говна? Ну если у тебя этот ВДВ-шная дека, то ты же можешь взять по единичке кучу вертолетов, если еще и единичка есть. Две карточки ВП-шек, две карточки ВП-шек. Ну, я не помню, что у меня есть, но вполне возможно, что у меня тоже есть. Тем, что они бесполезны абсолютно. Не-не, это Нурсы, это очень дешевые Нурсы. Они не долетают до цели, они умирают раньше. Что-то нормально будет стоить не 40. Не будет стоить 40. Ну, здесь деньги-то бесконечные в таком режиме. Ну, вот, может, в этом режиме. Я именно про этот режим, так-то да. Здесь вон, играешь, у меня сейчас только 1200, я только пехоту могу спамить. Ша, доложи, пожалуйста. Да не вопрос, могу даже без процентов. Вот World in Conflict было удобно, вы очки поддержки могли все слить в капитана команды, и капитан команды вызвал бы ядерный удар в сторону противника.
Вот в этом моменте игрушка вообще прям пушка-бомба. Было бы да, на самом деле круто. Бо-бо-бо-бо. Могли бы еще, знаешь, что вот, вот из таких юнитов я бы хотел бы, чтобы американцам добавили... Собрать супертанк можно было бы. Этот самолетку, у которого пушки по бокам. Сбоку. Ты имеешь в виду AC? Да, да, да. B-17 там. А зачем он тебе нужен? Ну прикольно, летаешь. Такой... Он в этой игре получает подачи от 31-го и падает. От всего вообще, поэтому ИБС его прикол. А тебе лишь бы уронить, я понял. Он бы аннигилировал, да. Прикинь, с трех пушек. Вот вас здесь вот СВшка. Все бы аннигилировал. Это как ядерное оружие. Все в ПВОхи выбил, и этот вывел, и все, и пиздец там. А что бы он тут сделал? Знаешь, автопушка, там что-то 20-миллилитровая, да, 105-ка стоит. Да, там смысл. Нет, не с танка, там бы был просто фугас, а не... И они бы АП. Стреляли бы сверху, то есть они бы все танки бы убивали бы. Не, там фугас, а не АП. Не путай. 20-миллиметровая, она была бы, то есть этот, ну... Она по-любому, у нее пробивание было бы. И крышу бы она пробивала бы танком. И вообще было бы супер крутое. У нее четверка была бы, какая пробитие брони. Но нет. Я не знаю, потом какая вторая там пушка? 60 мм, 75? Нет, там 40, 25, 40 и 100... 105. 105, наверное. Ну, чисто потом, ну 105 тоже бы... Не, 105, наверное, была бы, там дым могла бы кидать, что-нибудь такое. Такого типа артиллерии. Ну все, 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 просыпайся, ты обосрался. Ох, хорошо помечтать бывает, блин. Ну, не знаю, мне там не понравилось. Где она, в вражеской базе? Да, я так, я поддерживаю разговор с человеком, который разговаривает со мной. Так, пусть она сначала за арту зайдет, а потом уже вот это вот все. По телефону говорит. Блин, их вертолеты над базой летают просто в промышленных масштабах. Доколе мы будем это терпеть? Мы не будем терпеть. Сейчас скоп туда приедет и разберется. Он могет. Он у нас специалист по этому делу. Келе. Вертолет 2800, у тебя птуры 2800. Если я попадаю, то ты не попадаешь. Я попал, ты не попал. Да, детка! Райкат победил. Авиа налево. И сушка 25-я. И еще 2 мига. Да? Кости чьи-то. Да, чьи-то кости. Чё-то мои синие авиадеки вообще не везет. Не сбивают самолеты. Ни в какую просто.
Мне кажется, или вы хотите захватить их базу? Тебе кажется. Слава богу, я уже думал, что вы захватываете их базу. Не, казалось. Сколько тушенки! И все мое, да? И все это можно кушать, кушать. Ну как кушать, все это можно жрать. Да. Че, тушенка, быстро маршем, съебываешься сюда. Эй, там что, ПВО, что ли, где-то снизу? Вы почему не победили всех? Мне нравится, лонгбоу просто летает так над кварталами. Сколько там у него дистанции сейчас? За 850 метров. Просто расстреливает пехоту, которая сидит в домиках. И пофигу на все. Что-то он заебет поливать градами. Прямо вот вообще без передыху. Терпите, братья, сейчас альфа будет нашей. Терпи, песик, сейчас альфа будет нашей. Песик говорит гав. Гау-гау? Гав-гав. Гав-гав, говно. Этот песик явно из нашей тусовки. Да-да-да, наш пес. Ой. Они что-то поперли на нас вертарашиком каким-то. Это плохой вертараш. Он сделает нам боу-боу. Так, 200 очков я уже заработал. Райкатом за 60. Райкат погиб. Он вошел в тебя. Райкат погиб. Почему вертолет из земли появляется? Вопрос. Блин, слишком близко. Вот тут я сейчас пизданул 8 танков одним атаканцем. Я свои самолеты умными бомбами его почти убил. Ну, тоже неплохо. Умные бомбы оказались слишком умными. Надо возвращаться к чугуне. Чугуни это по-нашенски. Чингис, а зачем ты эти машинки берешь? Они же прям слабенькие. Какие? ПВОшный, который за пятнашку. Там 600 очков, и у меня их 40 штук. Не, а есть же более крутые эти. ЗСУ-23. Стоят столько же, только они лучше. Не, они не лучше, у них точность на 5% ниже. У них скорострельность в сколько? В 3 раза выше. Не сильно. В 3 раза? 400 против 476, это не в 3 раза. То, что он пишет, это ты, конечно, лучше не смотри на это. А, ну действительно, а на что ты смотришь? Ну-ка расскажи мне. На остатки. Типа,
Сколько? Вот это вот звук делает 3 выстрела в секунду, а вот это 1 выстрел в секунду. Я этот, то, что он на ходу стреляет. Ну вот если только на ходу стреляет, да. Рассказывает мне тут. Это лучше, это лучше. Я еще вчера доказал, что оно не лучше. А-а-а. Но я вчера не был. Знаешь, ты вчера не был. Да что ж он так громко входит? По-моему, все города вот так вот закинули, да? ЦВшку запасную поставьте на правую базу, а то там одна. Поставлю. Только не с их базы. Не-не-не, у меня уже подведенная была, просто была здесь. Вылетаю. Там бесполезно что-то с их базы заказать. Ну они ж вас провоцируют, блядь, ну скопику с тупой животное. Сука, уже который самолет теряю, блядь. Видимо, весь свой авиапарк. Ну тут, как говорится... Не, ну Найтхок-то по-любому не оттуда вылетит. Давайте вот этот мост заблокируем, чтобы мы не смогли проехать. Там у них, короче, да, этот скорострельность выше, но перезарядка очереди дольше. И в сумме получается такая же скорострельность. Средняя. Получается так, что там за Су-23 отстреливает очередь за 3 секунды, а вот это за 10. Нет, они бомбят. Господи. Что за люди? Бедные кактусы умерли, пойдя не через атаку. Где ваша хваленая артиллерия, которая идеально бьет? Просто даю, я им даю подфармить немного, давайте атакуйте. Эй, Ми-28, здорово. Черт, как твои дела? Куда ты летишь? У меня 3500. Бессмысленный и беспощадный. Че говоришь? Скоп, снабжу ход, пожалуйста, накинь сюда куда-нибудь.
Я не знаю, зачем ты все это на убой ведешь? Потому что может. Ответ же очевиден, он это делает, потому что он может. Ну, ну даже улитки, блин, более прогрессивны в своей эволюции. Вести на убой и не вести на убой, тут выбор на самом деле очевиден. Мне прям нравится, как сливаются наши самолеты. Просто от нихер делать. Можем. Уже минут пять. Ну, слушай, давай будем объективными. Я вот беру, вылетаю. Продолжай дальше. Подожди, он, пока продолжаем. Что он только вылетел. Не, я как я откидывался. Вот опять. Не, ну у тебя ладно, эти самолеты вообще не должны летать и жить. Это... Из четырех самолетов я потерял только два. Так что я считаю, это было успешно. Нашел, чем гордиться. Можно вылетать еще просто с нашей базы. Я бы ни одного не потерял. Да, я сказал бы еще, что все вы говно, ну то есть мой. Толпа говна за 20 копеек ебёт. Блять, ну он меня, сука, засыпал сейчас, конечно. Ну что. Не, все-таки вот для таких вот карт колесная техника, это просто прям смак. По краешку проехал, заехал. Да не, забрал. Они просто, во-первых, там не выставили никакую даже разведку, не то что ну, защиту, да. А во-вторых, протупили. То есть, ну, очевидно, надо было какие-то метки ставить или реагировать на эти метки. Они ни то, ни другое не сделали. Нет, если бы они выставили оборону здесь, у них была бы оборона тоньше везде, в остальных местах. Поэтому хотят они этого, не хотят, вообще похуем. Так, 26 кадров. Идем на рекорд. Блять, да не... И сам же сделал ту же самую ошибку. Блять, вы захватили, сука, правый верхний угол, у меня оттуда все вылетает и падает. О, заметил. Никак... Ты смотри, реально заметил? Не прилетел, блять. В смысле, а ты не специально? Я думал, ты специально там вылетаешь. Ну, чисто, да, поорать. Типа, пацаны, смотрите, как я умею. Не, типа, смотри, если мы все закажем самолеты и вылетим, то у них просто кончится снаряд. А с вертолетами добавим... Крайне интересная вылетим. Теория. Вот, типа, вот смотри, видишь, сколько пацанов вылетело, и они там уже особо ничего и не сбивают. Так что, теория в действии. Нет. А по очкам или Кошенко убили? Да убил я эту ЦВшку. 7700. Ай, раздача меня обошел. Да вообще. 400 очков.